Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на нашем канале Йогер Блогер. Сегодня поговорим про инвестиции. Как вы знаете, мы пара из Москвы, живем в Калифорнии, едем сейчас на работу в Беверли-Хиллз по таким холмам. Запишу вам дорогу красивую и рассвет. И расскажу про обвал в сентябре. 3 сентября был сильный обвал рынка, как вы знаете. И потеряли где-то люди, ну, рынок упал где-то примерно на 8%, но это существенная сумма, особенно для тех, кто уже давно инвестирует. Вот, и сейчас, наверное, это делается для того, чтобы привлечь новых инвесторов. Андрей сказал, это такая некая скидочка для тех людей, кто хочет купить акции, и для тех, кто вот не мог себе давно позволить. Apple и Tesla сделали сплит специально, чтобы больше было инвесторов, привлечь больше людей, заинтересовать по низкой цене. Вот, и я вам коротко покажу свой портфель, что сейчас упало, потому что, как вы видите, все эти технологические компании, они очень сильно упали. Первое, что упало, наверное, естественно, все за этим следят, это Apple и Tesla. Apple сейчас стоит 114, еще 2 минуты назад он стоил 111. Да. То есть он тоже сейчас очень нестабилен и очень сильно скачет, там плюс $50. То есть это огромные скачки. Ну и плюс еще, что у нас Tesla. Естественно, она, когда сплит делали, была $500 и росла. Вот, сейчас она упала для того, чтобы, опять же, привлечь новых инвесторов. Вот, вы можете видеть график. Здесь она дошла до 500 и сейчас снова упала. И, ну, как бы никто не может прогнозировать, будет ли еще падение. Как бы нету такой уверенности, что будет еще падение, нужно подождать. Как бы сейчас очень хорошая цена, я считаю, можно купить. И я накупила перед обвалом. Мы с мужем накупили, поторопились немножко. Вот. Ну, мы просто постоянно покупаем, например, есть деньги, мы их сразу кладем, стараемся, чтобы не тратить, потому что есть соблазн куда-то поехать, что-то купить. Вот. Ну, ничего страшного. Я накупила солнечных энергий, я снимала про это видео. То, что вот я купила за 50, сейчас Sunrun упал на 45. Как вы видите, график прекрасный, он будет еще расти. Это технологии будущего, это, ну, это будущее. Я об этом записывала, про все солнечные, по-моему, топ-10 акций будущего. Microsoft тоже можно сейчас купить. То есть для новых инвесторов, если вы интересуетесь, это прям сейчас самое лучшее время. Конечно, самое лучшее время было в марте, когда вообще рынок весь упал. Вы видите, да, вот здесь вот в марте было очень сильное падение. Microsoft стоил 156, Apple стоил там вообще чуть ли не $50, Tesla тоже около 100. То есть было очень классное время для новых инвесторов. Ну вот такие вот технологические компании, просто открывайте здесь. Вот тут есть даже вкладка Technology, и все, и смотрите, это Nvidia, это AMD, это Microsoft, Facebook сейчас упал, Disney, он немножко поднялся, то есть Amazon тоже, он дорогой, я его даже не рассматриваю, хотя можно было бы, Facebook и так далее, Netflix сейчас чуть-чуть упал. То есть смотрите, да, не стоит покупать, я считаю, там слишком дорогие акции, не по карману. То есть если у вас есть какие-то лишние денежки, то можно докупить сейчас какие-то акции по одной, по две, по пять и добивать их до 10, как делает у меня Андрей. И я тоже стараюсь добивать там до 10, чтобы чувствовался портфель, чтобы чувствовалось, что... Если уже акция выросла, то она выросла хорошо. Но здесь вы можете наблюдать красивые домики Беверли-Хиллз. Наслаждайтесь такой красотой вместе с нами. Да, который стоит там по 10, по 20. Ну, не по 20, это примерно 6-10 миллионов долларов. И я еще была в районе, там, где обсерватория Гриффита, красивое место.
мне там даже больше понравилось, потому что домики в горах, они обособлены, из гор, я, по-моему, снимала сторис, виден Universal Studio, представляете? Вот, и там домики где-то по 1,5 миллиона, но там мне даже больше понравилось, чем Беверли-Хиллз. Просто Беверли-Хиллз, он уже переоцененный, уже, знаете, не стоит того, чтобы даже смотреть на эти домики, потому что, ну, а что хорошего, они живут рядом с дорогой, я просто этого не понимаю. Да, нет заборчиков, да, классно, но твоя машина, твои окна выходят на дорогу, особенно здесь. Кто живет в горах, да, классно, я считаю, красивый воздух, теплый воздух, свежие, здесь иногда фоги бывают, пасмурно прям и, что, как это называется, туманно. И что мне здесь нравится, с утра здесь всегда поливают, прям такая радуга красивая. То есть, вот, я немножко переключилась на дома. В общем, у меня есть канал на Телеграме про инвестиции, где я пишу про акции и про дома тоже. То есть, ну, как не real estate, а просто рассказываю, сколько стоят дома, где лучше жить, что, как тут в Америке, сколько что стоит. Вот, так что подписывайтесь на канал, и у меня есть плейлист на YouTube-канале. Я снимаю вот видео, и это видео тоже будет на YouTube-канале непосредственно. Да хватит чесаться. Смотри, ты вместо того, чтобы мне помочь, ты чешешься. Ребят, почему вот так вот? Я снимаю видео, Андрей мне всегда мешает. Никогда мне не помогает. Никогда мне не помогает, ничего не подсказывает, не инвестирует в меня. Судью мне не сделал, микрофон мне не купил. Смотрите, зачем я за здравие закончил звук такой? Да, вот почему так? Ты не хочешь инвестировать в меня. В общем, ребят, если вам понравилось это видео и эта информация, и наши видосики нравятся, несмотря на то, что у нас очень мало подписчиков и просмотров пока не очень много, то ну, я все равно снимаю для вас, поэтому если вам нравится то, что я снимаю, то, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, больше людей привлекайте, чтобы я уже наконец-то купила себе микрофон. Мне нужен микрофон. Мне нужна петличка, но ее с собой таскать тоже, прицеплять, это, мне кажется, геморройно. Вот, я люблю такие спонтанные видео, живые, сочные. И мне нужен, конечно, новый телефон. Телефончик еще нужен. Последний Apple, пожалуйста. Вот. Ну, можно взять его в кредит, заодно у меня будет кредитная история. Все. Так что все, ребятки, всем пока. Мы уже подъезжаем к работе. Всем удачи, всем до скорых встреч.